Видением смущен был Даниил. Не устоял от страха, пал на длани. Запомнил, записал по мере сил. До наших дней тонить еще с узлами. Седьмины выдаст сроком до Христа. Протянет даже к белому престолу. Не сам, конечно, Бог ему сверстал. По-современному сказать и по-простому. Козел и вовен попросту баран давным-давно бодались и исчезли. Резня была, не шуточная брань, и не за пультом, как сегодня в кресле. Но зверь один, зверюга из зверей, еще не царствует, но где-то на подходе. Масон, антихрист, иудей, еврей. Жрать человечину всегда их было хобби. 3,5 года протекут, длиннющие с заката до рассвета. Громы проговорят, и рядом страшный суд, и расшифруется тогдашняя дискета. Про печь, про отроков поют тысячекратно, но как и где относится то к нам? Свидетельствуйте, не молчите, братья, скажи другим, что в Библии познал. Уста 3 отроков и пламя не сковал, они припомнили и капли дождевые. Не затопил сиюминутный гвалт, 4-й кто-то, и царю был виден. Быть может, ангел или же Господь, и не видение было, а реальность. Пылает нефть, но не сгорает плоть. В испуге челядь за царишку жалась. Видение, да видим без завес, облагораживает нас Христос страданием. В ее руке для вечности отвес. Не покривим же совестью, на проповедь восстанем. 9 марта 2007 года.